Прошли зимние месяцы. Кое-где лежит еще снег. А на улице уже месяц март. Мы, как видим, зима уступает и приходит весенняя пора времени. Все это ощутимо на улице находясь. Ощущаем теплоту солнечных лучей. Птички немножко начинают подпевать, радуясь этому измене холода на теплый период времени. Вот такой пейзаж. Сейчас он весь опустел. В скором времени эта вся пустынная местность станет зеленой красотой, которой многие будут смотреть на эту красоту и удивляться красоте природы, которая была дарована нам свыше. Там видим очаг дыма, кто-то поджег засохшую траву или что-то. Совала еще не тронулась, или тронулась не видно, сейчас мы проедем и посмотрим. Разлива еще пока нет. Возможно, он будет, а возможно и нет. Вот такой краткий обзор вот этой долины.